Из интервью Кая. Песня про то, что нужно любить себя таким, какой ты есть, чувствовать себя свободно и забить на чужое мнение, особенно в соцсетях. Особенно на тех, кто обижается, то, что я нажимаю, называю чминой чимкой и т.д. Также фанаты заметили, что этот трек схож с треком Дара «Мистер Равер» и предположили, что это ремейк. Да, и сам такое практикует. Ну да, после их, у них же был, у Эспы был тоже ремейк, и там потом у них был какой-то альбом ремейков. Так, что у нас? Мистер Левел, мистер Оуэн, мистер Даниэль, мистер Сэмюэль, мистер Джейден, мистер Атлас, мистер Зион, мистер Энджю. Погнали. Мрачненько. Воу. Какие восточные мотивы. Воу, переходы. Понятно, понятно все. Не знаю, я такое не очень люблю. Восточные мотивы, конечно, все хорошо и красиво, но, блин, что-то мне оно здесь немножечко не вкатывает. Я вот в первый момент, я такой думаю, очень похоже на Лея с его вот Вейлом, треком последним. И как-то или им писала музыку один и тот же человек. Какое-то такое вот музыкальное сходство я почему-то нахожу. Возможно, именно в том, что это тоже это были восточные какие-то такие инструменты, мотивы. Не знаю. Но, блин, Кай, конечно, классный. Ты мне нравишься после одного своего выступления. Но что-то как-то трек пока что... Он танцевальный, бесспорно. Но что-то пока что вообще мимо меня. Вот дроп классный, переход на дроп. Ладно, что-то в нем есть, согласен. Хорошо. Знаю, все равно, ну и типа...
Ну, окей, припев в нем. Ну, опять же, тут повторяющееся слово под эти мотивы. Ну, оно должно работать. И оно, в принципе, работает. Как бы ты... Как бы ты ни хотел, тебя слегка это вот, ну... Не, ну подкачивать начинает. Как бы ты этого не хотел. Но в целом... Ну, визуально, да. Там какая-то была история с разными именами, где его, короче, или не пускали, или что... Ну окей, ладно, опять же, ровер. Ну окей. Но вот в конце, конечно, где у него были локация, где они в каком-то были тоннеле. Вот эта локация, ну ни о чем, конечно, но образы вот у него там были хорошие. Образы, образ один, он был такой прям то, что надо. Ну в целом, короче, скорее больше нечем, да. Я его, конечно, послушаю, я себе его добавлю, но вряд ли у меня он долго там просидит. Ну так и припев классный, и все, другого я ничего не скажу. Не мое просто, видимо, не мое. Это ловушка. Есть вещи, где я понимаю, что как бы возможно понравится, но здесь, скорее всего, нет. К сожалению. Вот эти бисайды, возможно, и да. Надо будет тоже потом их послушать. А вдруг будет хорошо. Сделано слишком шаблонно. Вот да. Да. И опять же претензия к припеву. Вот это повторяющееся слово. Ну, камон. 23-й год. Я понимаю, это было раньше, там, в 15-м году такое в тренде. Но сейчас... Я даже понимаю, на какую аудиторию оно было рассчитано. И, в принципе, на то оно и сыграло, скорее всего. Но вот, видимо, я не целевая аудитория. А, ну да, южнокорейская певица, автор песен, композитор и музыкант Magic Strawberry Sound является членом группы Se So Neon. Фитс Рэмом. О-о-о. Гитара через фус обработана. То, что она инди, это, конечно, да. Эти вот обработка такая лоу-фаевская какая-то, как будто сделана на коленках. Она, да. Не то, чтобы я в восторге от такого звучания был, от такой обработки. Но ладно, это звучит все-таки по-своему, скажем так, стилево. Визуальный ряд пока нечто непонятное. Какая-то выживалка. О, какие синты. Звучит круто. Ну,
dance on my favorite place. Какой контраст. Паузы. Соляк. Окей. Сразу я был немножечко, конечно, неправ. Это все-таки звучит стилево очень. Ну, все равно, конечно, есть вопросики к обработке, но при таком вокале ее, когда она в припеве все выше идет, то как-то так все в такую гармонию приходит сразу. И такой вообще нет какого-то такого диссонанса в голове между звучанием и вообще всем. Но когда заходит РМ, такой диссонанс, такой контраст. Просто. Бэм. И он просто максимально украшает вообще все происходящее. Опять же, я не знаю, о чем клип. Почему она куда-то бежала, почему были стрелы, почему горели машины. Какие-то были дороги. Что-то там, короче. Не знаю. Но. Не шедевр, но. Для инди, если это как инди, топ. Для более популярного можно было бы еще поиграться со звуком и немножечко свести, может, получше, не знаю, где-то прибрать. Но для инди прям хорошо. Мне понравилось. Крепенько.